Город-сад своими руками. Житель Октябрьского района Самары Евгений Галкин – строитель и преподаватель военной кафедры в университете. К ландшафтному дизайну раньше отношения не имел. Но, говорит, однажды понял – хочешь жить в раю – построй его своими руками. Вначале было так. Неухоженный газон, высохшая земля, практически пустырь. А теперь стало вот так. Зелень, цветы, каменные дорожки. И все это вокруг одного конкретного дома в Октябрьском районе Самары. Не за 7 дней, за 4 года. Но один человек это сделал. О цветах Евгений ничего не знает. Даже не ведает, как называются некоторые растения, которые он посадил и вырастил своими руками. Зато вместо пустыря теперь настоящее маленькое рукотворное чудо. Было ужасно грязно. Да, окна мои находятся здесь. Вот здесь подо мной, вот здесь, где вот клумбочка, да, теплотрасса. Ее постоянно перерывают, оставляют после себя ужас. Жить стало невыносимо, хотел попробовать. Сподвигли дизайнеры, уникальнейшие люди. Я на них посмотрел, попробовал, получается, вот и все. Соседи идею поддержали сразу, помогали кто чем может. Теперь планируют завершить обустройство газона. Очень нравится, но ему нужна поддержка, в том числе и материальная поддержка, потому что все эти растения достаточно дороги, полив осуществляет. Все очень нравится, но нужно время еще, чтобы вот дальше он продолжал. Сначала он все делал около своей квартиры, а затем соседи увидели и попросили все это продолжить. В администрации района инициативного жильца поддерживают и обещают поощрить. Администрация помогает по мере возможности, поддерживает жителей, так скажем, по мере своих возможностей и своих полномочий, которые у нас имеются. Глава администрации таких жителей выделяет особыми почетными грамотами, памятными подарками и призами. То есть это никогда не остается в тени. В этом году в рамках программы «Цветущая Самара» на улицах города появились тысячи цветов в вазонах и на клумбах. Только в Октябрьском районе планируют установить больше 300 вазонов, 22 каскадные конструкции, обустроить свыше 3000 цветников. Преображать город властям помогает бизнес. Андрей Трой, Константин Головин, события.